Пробуем еще одну попытку снять МКС на автофокусе. Уменьшаю фокусировку. О, тут уже что-то похуже. Сейчас, ребята. Где ты делся? Не может быть. О. Ну, на стоп-кадре будете ловить, пацаны. Уменьшаю фокусировку. То есть, выдержку. Все стоит на штативе. Это я просто пытаюсь удержать. Не надо мне говорить, что я алкоголик и руки трясутся. Попробуйте 500-кратное увеличение. Это ж не то, что стационаром оно держит. Надо вести объект. В общем, кто может лучше сделать, я буду только рад. Ну хорошо, там уже пошла размазня откровенная. Давай мы сейчас снимем, чтобы не удлинять кадр, луну. Да, где у нас закат? Видно? А, нет, ISO 100. Заката нам не видно. Сейчас, секунду, опущу штатив, чтобы он пожестче стоял. Буду играться с нашими половинколуниями. Ой, ну слава богу, луна у нас никуда не убегает. А, это же у нас автофокус стоит, а я лезу к кольцу. Все, я отошел, стараюсь не дышать. Gotta take it to the moon. Ой, какая красота. Линия терминатора. Так, у нас завтра равноденствие. У нас завтра с утречка Меркурий в элонгации. Я сегодня даже с утра выходил, смотрел на восток и удивился. Даже через дымку видно было Меркурий. Но уже было мне не до. Надо было на дежурство заступать. И не было у меня возможности сквозануть за фотоаппаратом. Ты ж моя лапочка. Знаешь, луна сейчас 375 тысяч километров от Земли. И она скоро будет в перигее. 28 сентября на ближайшем расстоянии от Земли в перигее. Как раз подарочек моей сестричке на день рождения. Где ты? О, вот ты. Так, ну давайте уже и Сатурн, что-то тоже попаду я при таком ИСО. Он не сильно так яркий, конечно. Но если нет, с этого момента можете не смотреть. Будет просто темный экран. Нет, не будет, вон он, я его нашел. Надо же, старый я попал. Сейчас посмотрим. Крупный я попал. Или на Сатурн все-таки. Сатурн. А, блин, я теперь не могу. Да, это же тоже автофокус. Ну, ребятки, вот смотрите, что есть. Вот это такие предложения от
Да, очень жаль, конечно. Я сейчас даже вижу как бы обрез кольца Сатурна на фоне самого Сатурна. Я уверен, что когда в YouTube это все перебрасывается, это все теряется, он будет мутненький, темненький. Ну, ребята, соловьи. Ну, давай, закончим все-таки, наверное, на Луне. Я не имею в виду, как тот первый похороненный на Луне человек. А видеосъемку на Луне закончу. Комета Шумейкера-Леви. По-моему, кого-то из них похоронили, ну, пепел на Луне. Так, ну, жаловаться не на что. С третьей попытки. Сегодня, я уже говорил, да? 22 сентября 2023 год. С третьей попытки удалось все-таки снять хоть как-то МКС. Думаю, что-то там можно будет на стоп-кадрах посмотреть. Ну и, ребятки, пошел я все это добро перебрасывать в YouTube.